Это сытная и очень вкусная запеканка из грибов в чашечках из мясного фарша. Очень интересное и оригинальное блюдо. Подойдет для праздничного стола или ежедневной трапезы. Вкусно, необычно и несложно. Блюдо очень оригинальное, такую формовку можно взять себе на вооружение и использовать при приготовлении многих блюд и закусок. В этом же рецепте вместо шампиньонов можно использовать любые другие грибы. Также фарш может быть из любого мяса или птицы. 1. Лук нарежьте кубиками. 2. Шампиньоны нарежьте пластинками. 3. Обжарьте лук с грибами на растительном масле до готовности, охладите. 4. Сделайте фарш из мяса и лука, посолите, поперчите, добавьте сухари и перемешайте. 5. Из фарша сделайте лепешку, поставьте в центр стакан и поднимите бортики, формируя своего рода чашечку. 6. Вокруг оберните эту мясную чашечку беконом. 7. Уберите стакан. Положите в углубление немного соуса и жареные грибы. 8. Сверху, кружок помидора. 9. И ломтик сыра. 10. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Приятного аппетита!